Сегодня 162 алтайских призывника отправились служить в ряды вооруженных сил. Это заключительная весенняя кампания партии новобранцев. В региональный пункт сбора в Барнаул молодые люди приехали за несколько дней до отправки, так что служба для них уже началась. Здесь жизнь будущих солдат была максимально приближена к реалиям армии. Все вместе они ходили строем в столовую, учились построению на плацу. Каждому из них был вручен военный билет. Уже перед самым выездом им передадут вот такие сухие пайки и наборы с предметами гигиены. Большая часть наших земляков будет служить в сухопутных войсках. Это части во Владимирской области и в Хабаровском крае. 35 пойдут в железнодорожные войска. Всего же по итогам весенней кампании из нашего края призвали более 2000 новобранцев. Я с детства мечтал вообще стать офицером, стать военным. В первую очередь. А после выпуска из школы не получилось поступить в силу определенных обстоятельств, поэтому сейчас хочу поступить на срочную службу, затем на контракт, либо после армии поступить в высшее военное училище.